Поехали. Всё, всем привет. Сегодня задача привет. Найти артефакт. Ну как найти? Мы его знаем, где он находится. Вот согреться займется. Да вообще что-то не вовремя начали. Надо переночевать еще, поспать. Ага. Так, дверь сломана. Я не понимаю, конечно, как мы на этой кровати помещаемся вдвоем, но нормально. Да, это точно. Все, готов. Побежали. Так, еда есть. Так, нам надо к катеру, да? Я так понял. Так, да, нет. Да, да, нужно катеру. Так, еще нам нужны черепашки. Ну, тебе, у меня есть. Ага. Так, где моя катана? Ой, ты помнишь, где катер у нас? Ну, приблизительно. Ну, прямо, да, туда. Так, по-моему, вообще туда надо бежать. Все понаставили здесь херню какую-то. Интересно, катаны можно дерево срубить? Долго, наверное, будет. Не, я думаю, нет. Никакого звука нет. Так, вот эти. Нет, какие-то вышки, поэтому нам туда надо налево еще. Че это ягоды? Красные? Да, точно красные. Ну что, красные нельзя кушать? Нет, они плохие. Ну, батарейки. Так, ладно. Фига, что за звездочка посередине? Посмотри вверх. У тебя видно звездочку? Нет. Прям по центру неба. Не, может, это такой эффект. Ты с этим зажигалкой бегаешь, а по центру не видишь? Да. Забыл про нее. Ты бежишь, ты где? А, вот ты. Да, да, сзади. Мы правильно бежим, вообще нет? Да, да, точно правильно. Что долго это? По-моему, ближе был. Нет, кажется так. Там черепах не видно, как будто. Кого не видно? Черепах. Нет. А что ты хочешь? А, черепаха. Да-да-да. Сейчас ближе к яхте, я думаю, будет. Вон яхту вижу уже. Ага. Толкни-ка меня. Толкнуть? Ого, горка.
Уехал, как на санках в воду. Да, надо будет на туре трассу построить. Да, полгоры надо. Только у нас нету трассы. В смысле, она когда откроет? Нам нужно найти какую-то книжку. В этой книжке будет якобы инструкция по созданию. Вот черепахи здесь три штуки. Как всегда, деньги. Шоколадки. Сейчас так, открывай. Заходим. Ага. Вот он. Ключ. Сейчас у меня тоже открывает. У каждого по-своему. Ты меня закрыл, по-моему. Так, ну здесь, короче, ночевал, получается, этот красный чел. Видишь, да, вот, рисунок дочки, все такое. Но. Так, что, все, нам теперь нужно бежать на нашу метку. Ага, где мы закончили? Оставили, да. Так, здесь еда есть у него, нет? Только какого она цвета, я потому что... Фиолетовый, по-моему, или какого-то ставил? Нет, фиолетовый я ставил на... тех местах, где мы с пещер выходили, то есть все входы пещеры у нас фиолетовым помечены. Почему-то красных много стало. Не знаю, может, это глюк какой-то. Ну, в общем, ладно, примерно знаем, куда бежать. Если на черепахе можно ехать? Нет, она из-под меня уходит. Все, панцирь есть. Да нафиг ты картину достаешь? А? Картинку у меня смотрит, и все, ему понравилось, походу, яхта. Да ничего не отсвечивает, ничего не видно. Ну, в общем, нам прямо по центру вверх карты нужно попасть. Ну, наверх, где зима, у нас мало. Да-да-да. Опять тут картинку достал. Так, думаю, наш путь будет веселым. Че, ты артефакт использовал? Нет, его использовать нельзя. Мы сейчас. Мы сейчас идем за артефактом только. А, мы что, ключ от того, этого? Да, мы ключ взяли от того, от тех ворот. Ой, что-то бегают какие-то за мной. Страшно. Да? Да. Вот еще один. Фига ты умотал уже. Что-то все вокруг меня пугает. Так, где мой лук? Опасный. Там здесь море, надо прямо. Так там прыжок и левая кнопка мыши, да? Да, 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 выстрел. Ты только не в ту сторону поехал. Я хотел с горки скатиться. О, отсюда мы, по-моему, не спускались. Не получается. Опа, здесь трое, четверых. Идем ко мне в пещеру. Сейчас я гляну, что там. Просто может это... Как раз то, что нам нужно, найдем.
Вот ты спускаешься, да? Прогружается. Да, у меня тоже. Ну, смотри, мы тут не были, прикинь. Да? Да, давай-ка тогда за одну пещеру пробежим. Или были, стой. Ух ты, блин. Не помню. Блин, как я обосрался. Че, добивать надо? Надо. А, не-не, были мы здесь. Были, да? Да, просто видишь, а у тебя карта, наверное, не прорисована, да, здесь? Да-да, мы здесь были, потом спускались вниз, пошли обратно, сходим. Блин, куда-то в какой-то проход мы не ходили. Здесь как будто. Вот сюда как раз. Не ходили, да? Да, вот сюда не ходили. Ну, судя по моей карте. Может, конечно, ходили, когда карты еще не было у нас. А, ну понятно. Здесь выход. Ну все, значит, мы там точно были. No. Опять зажигалка, бегу. Ты бежишь? Да. Что это такое было? Ящики опять сами прыгают. Ящики? Чемоданы. Короче, переодеться надо, платье надоело уже. Кого? Опа, аборигены бегут ко мне. Идем ко мне, беги. Опа, их здесь четверо. Капец, ты встал, ты где? Не вижу тебя. Сзади, сзади. Они чертят со спины. Да, сейчас завалят. Я не знаю, ты вообще кого-то другой в конце карты. Не-не. Сейчас бегу, бегу, до тебя добежать никак не могу. Меня он еще жрать хочет, давай.
Что, они живучие какие-то? Да, я еще попасть не могу. Да остановись ты, сейчас я тебе. На дерево залез? Ну. Думал, я ее там не достану. Так, мы, по-моему, не туда бежим, туда надо. А что, у тебя покушать ничего нет, что ли? Нет, это свежее только мясо. А шоколадки есть? Нет. Ты что, детям раздал или каким-то? Всем, да, там, Новый год живу. Так, левее. Так, сейчас выйдем здесь на костре пожаренное. А, давай, давай. Я тоже по пути с тобой. Ну, готового костра нет. Давай поставим, что получится. Так. Что за прикол? У меня бензопилы нету. Там, а ты же ее там оставил. А, точно, я же ее оставил тут на полке. Я положил тебе тоже. Блин, я тоже положил. Ну ладно. Ладно, у меня половина. Сейчас с полными желудками побежим. Понаставили цвет. Он готов. Угу. Все, можешь съедать остальное. Мясо. Блин, почему нельзя готовое мясо с собой взять и понести? No. Стоп, тут горка. Что это значит? Где-то полный спуск. Вот. Ох, ебать! Нифига. Плавный спуск, блядь. А, надо просто скатиться и все. За тобой прыгает. Не догонит он меня. За тобой бежит. Да, да, вижу, вижу. Ну у нее-то нет панциря, как у меня. Чтоб скатываться. Вот этим мы и отличаемся. Мы умные люди. Блять, камни одни. А, ну вот я, похоже, нашел этот глазок. Ну. А может и не одна это. Потому что я, по-моему, ее черную ставил. Да не мочи эту карту. Не, мы с тобой обязательно как-нибудь горку эту построим. Надо сначала найти только инструкцию, как ее строить.
Так, правильно вообще бежим? Бля, мы вообще неправильно бежим. В смысле, не туда что? Ну туда, просто мы по диагонали бежим в правую часть карты. Левее нам идем. Ладно, ничего, гуляем, свежий воздух. Да, темнее тоже. Вот тут еще одна горка. Доехал. В камень врезался какой-то. Ну, в общем, к горе бежим и все, тут думать много не надо. Так, ну в этой части мы еще вообще как будто не бегали. Не отмечено. Ну или просто здесь ничего нету, да, конечно, или... Или мы здесь не были. В темноте не очень прикольно бегать. Вообще не вижу, но свой бегу. Так, ну я вижу снег. Уже рядом, да. Ну, видимо, вот отметка, которая спереди находится. Ага. Это вот как раз она. Хотя она, по сути, должна быть правее, как будто, что ли. А, добежим, проверим. Чуйка мне подсказывает, сейчас нападут на нас. Да, сейчас. Она будет, походу. Замерзнул, как не знаю как. Кстати, у тебя есть этот алкоголь? Да. Вот его если выпьешь, то он... Согревается? Да. Куда бегу, непонятно. Где-то скалам каким-то лазю. Я за тобой внутри. Так, стоп, по-моему. Олень появился. Так нам влево же или что? Так, ну здесь река обозначена. Что-то... Ой. Что-то она дергается, замерз реально. Ой, енот, смотри. Стой, енот, я тебя ни разу еще не видел. Ай, беги. Типа белку завалил. Нет, реально нету отметки. Ну, куда-то пропала. Ты тоже слышишь, что орут? Нет еще. Рядом с тобой, знаешь. Там что, забор что ли какой-то? Вот сейчас слышу.
Нет, это просто скала такая. Что-то вообще не могу сообразить, куда нужно идти. Вниз полетел. Куда? В дерево врезал. А, ты поехал? Я тоже хочу. В дерево врезался. Нормально, по снегу быстрее, как будто едет. Я вижу, летишь, ты мимо пролетел. По снегу быстрее, да, разгоняй. Под кабанчик здесь. Алло, кабан. Так, вот кабаны нужны. Так, чё, куда нам бежать-то? Сейчас найдем. Я примерно помню, что там было озеро. Ну, справа сразу. Небольшое. Блин, мы уже реально на другого конца карты прибежали. Ну. Вот здесь катится. Ладно, светло станет, я думаю, мы прям быстро найдем. Мне странно, что я отметку поставил, а ее нет. Да. Ой, эти нельзя кушать. Поганки. Вот эти можно. Олень, скажи, где кабан? Он бегает с фонариком. С фонариком? Да, да, да. Убежал. Я здесь пониже чуть бегу. Сзади что? Ой, это какой-то с крестиками. На голове что? О, еще один. Короче, трое за мной бегут. Где ты? Не вижу. Вот я возле скалы этой. Вдоль скалы бегу. Отдай мне. Отдай стрелу. Блин, нету. Кто следующий? Ты что ли опять? Блин, стрелы в них пропадают. О, еще трое, идем сюда. Забираю, бегу, бегу. Убегай, блин, сейчас замочит тебя. Сдохнешь сегодня, нет? На вас только время тратим. О, меня сейчас завалят точно. Да убежал, иди сюда. Такой наверху с фонариком. Давай спрыгивай. Блин, не вижу я его.
Блять. Блять, вы достали. Че, все, ладно, пошли. Да-да, искать нам. Так. Ладно, давай прям поверху пробежимся. Но мы там не бежали долго по снегу, мы прям немного спустились и все, и уже. Ну да. Ну что, какая-нибудь секретная пещера здесь будет? Бедолага, у меня вообще футболки. Да нафиг я. Ты не сись, да. Не видно? Не, здесь ничего нет. Так, надо прибухнуть маленько. Замерзает. Вот тут уже снег другой. А, сюда он даже не... Ух ты. Поднялся? Нет, скатился быстренько. Блин, на карте даже самолет не отмечен почему-то. Здесь палатка вот есть, сохраниться можно. О, входа здесь никакого нет? Не вижу. Выглядит как будто вход, да? Можем только ночью, если пропустить, сохраняться, в принципе, не надо. Давай пропустим. Все, вон таки не проснулись, да? Замерзли. Да не надо это кушать, надо не бить. Ну вот днем более понятно все. Здесь где-то, по-моему. Ой, бля, я вниз падаю. На, давай ты поверху еще, я по низу. Ага. Вот здесь еще одна палатка. Чуваки замерзшие, нас лежат. Да? Значит, что-то где-то мы близко, значит. Гуще событий. Сейчас я бегу. И почему этот офис не видно сверху, да? На горе. Ну и понятно, конечно, его здесь текстур не стали делать на горе, чтобы типа изначально не поняли, куда я бежать. Шоколадки есть здесь. Да, шоколадки мы любим. Да ладно. Это могли бы быть мы с тобой. Да, замерзли. А это же не динамит? Опять. Сигнальный огонь. Перевал Дятлова здесь. Ага. Если у нее руки, по-моему, синие уже. А,
А, вот самолет, вижу, все. Кусок самолета. Да, 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 вот. То есть все слева, значит. А чё, почему отметка интересная мне? Я не знаю, я думаю, может, каких-то этот их, как сказать. Может, агрегены убрали. Да, пришли убрали. Может, ограничение по количеству есть? У нас типа сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Вот она. Вот жизнь не стоит, ну. А это наша? Наша, ну почему ее не видно было? Цвет надо поменять. Во, желтый видно, а белый, прикинь, не видно. Белый на снегу не видно? Нет, я вот отхожу, вообще флажка нет. А вот желтую ставлю, флажок есть. На, все, погнали. Пошли. Короче, просто я сам накосячил и все. Так, все, давайте, ребят, здесь тепло должно быть. Да, да, греться надо. А вот здесь динамит. А мне полный. Мне тоже. Так, здесь можно, наверное, смело бежать, никого нету. Да, здесь уже давно. Только ничего не видно. Ты помнишь, где? А, нам вниз нужно спуститься, да? Да, да, да. По веревке вниз. Вот сюда. Что-то звук, как будто кто-то бегает. Да? Внизу что? Это я бежал нам? Нет, ты так не бегаешь. А, это оттуда, типа, из этого звука. Стрелы. Так, ставлю. Вот, одного хватило. Нормально, смотри, здесь сколько этих. Да, это кто пытался взять. Это какой-то уже пират Карибского моря. Да, да. Давай, берешь. Взял. Ага. Так, а я... А мне нету, хрен. Ну только ладно, один на двоих получается, только, наверное, один. Ну-ка, нажми левую и правую кнопку. Правую нажал. А, ты выключил его. Вот включил. Но здесь непонятно, на улице, наверное. Но его воткнуть, по-моему, нужно в землю. В землю? Да. А вот нарисовано С, да. С нажать типа. Так, ладно, тогда сейчас. О, здесь тоже какие-то ящики. А везде динамит. Ничего интересного. Сейчас посмотрим с артефакт. Так, только нужно будет добежать, где тепло сначала. И подальше от нашего дома. То разнесут, да? Ну да, там что-то, говорят, бит, прям много бежит. Ладно, обратно мы быстрее сейчас на панцирях скатимся. Где Пашка? Так, все, желтый, в общем, это вот эта пещера. Угу. Ну, кстати, может, ракетница еще есть там? Ну да, может, патроны. Нормально, зима и радуга. Ну. Вообще какой-то нестандартный остров, типа. Интересно, в мире вообще есть такой остров? Хоть один, где песчаный пляж. Да, и зима. И зима, во-вторых, и в-третьих, елки. Ни одной пальмы здесь нет. Ладно, я поехал. Тебя садится. Ладно. Ебать, разогнался просто. О, летит.
Ты сверху упал вообще с скалы. Капец, я далеко уехал. Нормально, быстро. Мне нравится этот способ передвижения. Я не буду тебя трогать. За мной эти уроды бегут. Шкура енота. Четыре шкуры. Барана 6. А, баран, кабана. Чё, ты где? Бежишь? Сейчас. Так, я, короче, знаешь, что предлагаю? Построить плот. Вот здесь прям. Плот? Да. Выплыть на середину озера. А, и сделать. О, блядь, крокодил, шляш, мурашки. Ты чё, сука? Давай, давай, и этот и сделать, да? Да, и нажмем красный, потому что я не знаю там насколько. Куда побежал, стой. Ты за крокодилом, блин? Да он меня, блин, поел тут маленько. Еще один здесь возит. Я слышу, думаю, звук какой-то. Смотрю, крокодил. Так. Что ты делаешь, плот? Да. Эй, вы чё, блядь, крокодилы пиздец охуели. Конец уже. Он тебя не съел еще? Нет. Большой плот поставил. Да. Да я думаю, 40 мы быстро наберем. Блин, зачем я там пилу эту оставил дома? Сейчас бы сразу штук 10 деревьев срубил бы. Спилил бы. Так, веревок у тебя хватило, да? Да, 4 было. На лови, я тебя кинул, скатываться должны. Ага. Так, 18 есть. Ты быстро его срубил. В жизни бы так вам остроились быстро. Да. Два время взял, поставил. Новое животное. Писали, открыто новое животное. Угу. Может, какая-то разновидность чаек. Чайка подлетела ко мне.
Чё, костер делаешь? Нет, смотрю, что-то новые какие-то эти появились, типа. Новые постройки. Все по-старому уже. Постройки все те же. А-а-а. Так, нам Что что, там? одно дерево Кранычка. надо и все. Ладно, давай на всякий случай тоже срублю. Поберегись. Еще два бревна и все. Ага, несу. Ой, что-то... Нос чешется. Че, прыгаешь? Давай. В смысле, на мне воткнуть же надо его, наверное. Ну, сейчас я отплыву сначала. А, в смысле, на плоту? Да. Он воткнется здесь? Я не знаю, надеюсь. Он как лампочка светит у меня. Воткнул? Ой, что-то мы прям... Блин, нельзя здесь? Нету, да? С? Нет. Же. А-а. Не, ну давай я там воткну и убегу. Ну давай, таким успехом могли бы просто вот забежать, я думал. Втыкай давай, будем смотреть, что произойдет. Демонстративно. Вот красный, воткни, да. Поехали. Ну все. Так, и ждем сейчас что. Пока только крокодил выйдет. Да, пока только крокодил прибежал. О, ты видишь, где я? Смотри. Где ты? Я просто крокодил разнес и наверх полетел. Ой, потом посмотришь, это коры вообще. Че, никого не вижу? Ну, сейчас, я думаю, пока не прибегут. Должны уж быть, наверное, иначе это все было зря. Да. Ладно, я пока рыб половлю. Может, я его обернись, выкинул, обернись. Да? А, вон уже пришли. Навалом, пойдем на плот. А если не артефакт спиздит? Нет, как я не выберу. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пока насчитал я. Тут надо поближе к берегу сделать, к воде сделать. Так, а монстров не будет, интересно? Да-да, в другую сторону поверни. Не-не, в другую. Чтобы мы не с окошка смотрели, а так, лицом. Ага, поворачиваем. Блин, монстры бегут нормально. Смелся, они между собой не будут выбираться. Не знаю. Вот еще смотри, слева бегут. Вообще до хера просто. Слушай, а как мы сейчас артефакты заберем? О, кусок мяса летит, лови. Так, сейчас починить надо. Сейчас я костер здесь поставлю, кушать охота. Ой, нет, не то. Опа, сзади еще там.
Блин, их просто куча, да? Бэээ. Так, а стой, на том берегу никого нет. Нифига один запрыгнул в воду. Интересно, еще прибегут, нет? Блин, не поджог динамит. Да, он так не загорается вообще, ты знал? Ну, прикинь, сколько костей можно. Да, можно нажарить их всех там. Большой костер поставить и закидать их всех. Так, чем бы мне их пострелять-то? Ладно, я пока покушаю. Умер одинок. То все больше не будет, я думал, толпы прям будет. Не так много, конечно. Да и так нормально. В голову попал. Смотри, умный воду забежал, потушился. Не всем монстров. Толстых нет. Не, толстый прибегал, вон он там же слева, смотри. Мы сейчас артефакт заберем, да? Так, ну давай попробую что, бегать забрать. Добро. Короче, то заберу, забегу в воду, включу синий режим. Вон еще один монстр бежит. А, он быстро забрал его. Все, успокоились. Не, сейчас. Ну-ка, по сути, должны не нападать сейчас на меня. Все, отходят. Убегают они. Сваливают. Нормально, реально работает, да? Да. Да, у себя на базе будем синие тыкать и все. И строить что хотим. Там же мясо было. Там сгорело уже. Нормально, черное, можно кушать. Черное сыром не бывает. Ну да, не Че? Горит пот. Ну, здесь это броня. А, он помер, да? А. Так, ну чё, ладно, на этом заканчивать будем тогда. Ну да, что хотели, сегодня сделали. Всё, ладно, тогда. Всем пока на сегодня.